Девчулечки дорогие, сегодня делюсь секретиком, как сшиваю уже вязаные изделия, да, как сшиваю детальки. Вот нам надо прошить вот этот боковой шовчик. Сейчас, чтобы лучше и наглядно было видно, я буду прошивать именно на белой пряже, да, то есть там, где белый цвет. Значит, сшиваю я вот такими иголочками, да, вот у них такое большое ушко, что очень удобно для сшивания. Кроме того, здесь вот такой вот кончик, чуть-чуть заострено, но он не так, как обычная иголка, понятно, что не настолько острый. Вот, толщина и иголочки здесь есть разные, да, покупала это все на Валберис. Очень-очень удобно, мне нравится. Я максимально довольна покупкой. Так, значит, как сшиваем? Понятно, что вот ниточку мы вставляем, да, сюда. Ой, там что-то. Ниточку вставляем. И дальше вот так вот мы все это продеваем. Значит, смотрите, вот у нас получается вот это кромочные петельки, да, я прошиваю вот за вот эти вот штучки, да, вот за петельки, между, за петельки, да, в рядах, вот между кромочными, да, то есть не за кромочную беру, а вот именно вот за вот эту вот петельку, которая вот между кромочными. Значит, и единственное, это с этой стороны, да, а с этой стороны я вот в эту же штучку, только я не вот так вот ее беру, а прямо иголочку вот сюда внутрь вставляю, да, вот так вставила, теперь вот здесь вот вывела, да, и вот сюда обратно ее. Вот следующая петелька точно так же, да, вот я опять вот так, и теперь вот за эту, за следующую просунула. И таким образом все сшиваем до конца. Сейчас я прошью и все вам покажу, что получится на белом цвете, да, это получается будет более наглядно. Этот способ сшивания, ну, может быть менее удобный, чем просто, например, сшивать за кромочные, но зато получается, что этот шов с лицевой стороны уже не видно. То есть он очень такой скрытый, хороший получается. Все, можно вот эти ниточки, можно просто связать узелочком. И все. Так. Вот так у нас получается с изнаночной стороны, да, вот такой шовчик, так он выглядит. То есть вот это вот кромочные петельки с одной и с другой стороны, справа и слева. А вот так он выглядит с лицевой стороны. Вот видите, его практически незаметно. То есть вот он такой красивый у нас получается. Мы его вообще не видим. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить что-то новое и интересное.